Я считаю, что это хорошая идея тестировать на полиграфе, на детекторе лжи чиновников, полицейских, на их причастность к коррупции и так далее. Но я думаю, что для реальных друзей власти, родственников, для реальных руководителей, на них это просто не будет распространяться. Они будут все равно неприкосновенные. То есть будут проверять рядовых сотрудников, а тех, кто реально ворует миллиардами, никогда за детектор лжи не посадят и проверять не будут.